дорога красивая. Буквально осталось несколько минут нам проехать, и мы выезжаем на побережье. Все. Так. Поехали. Поехали. Спасибо. Измахнул рукой. Поехали. Никого нету. Я пока отсюда доберусь. Сейчас кто-то там появится. Сейчас. Оп, ямка. Оп, ямка. Мы обойдем. Поехали. Никого нету. Всем стоять. Всем стоять. Площадок наделали обзорных. Опять пропасть. Ньютон. Этот, как он называется? Опять. Мы уже два проехали туннеля. Малибу, ни разу здесь не была, но люблю по фильмам. Two and a half men, 2,5 человека. Вообще правильно переведи 2,5 мужчины, но перевели на русский язык фильм 2,5 человека. Неправильно как-то. Просто 2,5 мужчины. Two and a half men. Два брата и мальчик. Потрясающий фильм, шикарный ситком, кинокомедия.
посадили малибу. Такие домики красивенькие. Так вот, этих, по этому фильму, два, где два брата, Twin and a Half Men, там у них дом стоял прямо на океане. Вот если бы еще этот дом найти, если, конечно, может быть, они здесь даже снимали. Смотри, какая красота, такие возвышенности, холмики, везде лесенки. Да, я еду 50 миль в час. Вон for sale сколько, вон. На продажу сколько домов. Тихо. Ну, наверное, дофига. Надо посмотреть, кстати. Потому что очень знаменитый такой городочек. Городайство. Городишко. Бич-кафе. Городайство. Это же прямо на пляже, что ли, уже стоит? Ну, да. У нас уже 12:11. Слышь, ноу паркинг сегодня. Ноу паркинг везде. Ты видишь? Да, сегодня 4 июля, наверное, как-то хотят оградить. Ну, видишь, люди здесь стоят припаркованы. Вот здесь стоят, а здесь что, может, церковь какая? Ну, они выходы на пляж. Или на частные дома. Куколки мои, я так боюсь, чтобы вас нет. Не дай бог. Опятки. 7-7. Так. Вот стояла. Так. А нам здесь не надо останавливаться. А куда мы едем? Мы едем в Малибу. Ты же в Малибу? Нет. Нет? Едем на пляж на какой-нибудь. А тут куда? И куда мы пойдем? Мы не знаем местности. Нам только надо на пляж заехать. Может, по городу покатаемся? Давай до пляжа доедем, чтобы видеть, где остановиться. Может, на пляже, видимо, точно. Вот океан я уже вижу с этой стороны. Сюда я не знаю. Это частный дом. В частный дом нам нельзя. Видите, правда, да, еще до пляжа как-то вон был. А люди кидают машины. И где они идут? Идут куда-то в подвал. Малибушечка моя. Да, вот он и пляж тебе. Машину кинул, пляж 3 метра. Так что в любом месте можешь кидать машину. Там лимузин еще стоит, смотри. На пляж приехал. Так, а здесь, если мы свернем? Нигде не свернешь. Ох, какой шторм! Ох, какой шторм! Видела, какие волны? Ой, какие домики красивые. На пригорочке. Встанем, а куда идти? Ну вот туда я пошел, к морю пошел. А если есть прямо на море парковка, зачем нам куда-то ходить? Да нету, Люда.
Нет, вернемся, все в наших руках. Мы же не пешком. Такая дыра острая. Это еда.
Пойдем посмотрим? Да, да. Куколка моя, иди, иди ручками машешь. Иди, моя хорошая. Иди, моя пригожая. Или объедем вот там еще посмотрим. Давай. Ну тут что-то фреш, фреш, что-то свежее. А что свежее? Какие-то herbs, какие-то... Какая-то трава, свежая трава. И замычим с тобой. Фреш фейер, а не herbs. Фейер, что такое фейер? Фейер это правда, это... Фейер это правильно, it's fair. Это как бы... Свежее и правильное. Нет, это не там по-другому было. Там. Оно же, это слово есть несколько, звучит одинаково, а написано по-разному. Вот это меня в тупик ставит. Одно слово. Ну как shit and shit. Bitch and bitch. Простыня и сука. Говно и это. Нет, простыня и дерьмо. Сучка. Пляж и сучка. Чейз, пожалуйста. Может, возьмем банк? Кстати, насчет банка. Кстати, насчет банка. Сфотографировать чек и зафиксировать. Банк оф Америка. Вот так вот. Chevron. Pacific Coast Pets. Для животных. Магазинчик. Да. Сантей. Что тут интересно? Chevron. Все. Назад едем? Да, мы сейчас туда заедем. Посмотрим, что там. Я в этот фреш все-таки. Пойдем, пойдем. Только мне надо тут развернуться, потому что тут я не смогу развернуться. Мы сейчас вокруг объедем. Раз есть ход, въезд отсюда, значит, будет въезд отсюда. Как я когда-то, когда только начинала, я вот так вот машины стоят припаркованные, я стану сзади, жду. И жду, жду. Думаю, что же они стоят? Бляха-муха. Честно? Да. Ну слушай, останавливается прямо на перекрестке. Прямо на перекрестке. Кинул машину и пошел. Ну что, пошли в то кафе? А я могу, мне так понравилось, мне тогда дали эту лепешку мне дали в Starbucks. Такая вкусная была. С яйцом, да с чем-то еще. Я прям с удовольствием, если что, возьму прям в Старбаксе что-то поем. Я никогда раньше ничего не ела в Старбаксе. Я когда-то попробовала там одно из этих вот выпечек. Оно такая сладкая, ну такая же сладкая. Думаю, не хочу больше. Тебе надо остановиться в Чейсе? Нет. Посмотри, как он идет. Смотри, как он идет. Посмотри, как у него грудь вперед. Посмотри, вот так вот надо. Вот так вот надо ходить. Вот так вот. 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 Вот он. Вот так вот. Побежал, глянь, глянь, побежал, побежал. Что с ним случилось? Вот так вот. Малибу йогурт. Не хочу йогурт. Так вот тут рядышком со Старбаксом, а туда пробежимся. Если он работает. Конечно, работает. Вон люди выходят, работают. Где-то посерединке вот останавливаемся. Остановимся. Здесь пойдем, потом туда доедем. Шо я как это, как будто я не американка. Бегать из магазина в магазин. Только на машине. Все, мы сейчас пойдем посмотрим, что нам там дают. Я хочу яичницу. Я вчера вечером что-то принимаю душ и хочу яичницу. А я вижу, что вот, но я туда не впишусь. Я впишусь, но это надо назад, потом вперед. Пройдемся, пробежимся чуть-чуть. Мальчик, колокольчик. Вот так вот. Как упрешься, тормози. О, супер. Супер-пупер.